Я, Анатолий Голя, рад приветствовать вас в новой неделе на ТВ-8. До выбора президента осталось еще достаточно много времени, более чем полгода, но многие политики уже значительно активизировались. Очевидно, что некоторые потенциальные кандидаты на пост президента начали уже негласную избирательную кампанию. Хотя они публично об этом не заявляли, их намерения заметны потому, как часто посещают рынки, базары, а в последнее время церкви и монастыри. Но обо всем по порядку, политическую ситуацию в стране обсудим сегодня с председателем нашей партии Рената Усатым. Добрый вечер, господин Усатый. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Я извиняюсь, у вас очень интересное вступление, как всегда. А какой пункт из этих подходит ко мне? Потому что сегодня вы представляли меня, а тут рассказали про всех Советского Союза по сегодняшнему развалу Союза. Вы мне не дали сказать, что в отличие... Следующее мое предложение, да. После того, как я вас хотел представить. Да. В отличие от других политиков, Рената Усатый один из тех, кто первым, наверное, официально давно заявил, что будет баллотироваться на пост президента. Анатолий. И в связи с этим вопрос, сколько, на ваш взгляд, будет кандидатов и кого вы считаете основными своими оппонентами в будущей избирательной кампании? Потом мы перейдем к референдуму. Да, конечно. Вы знаете, когда вы говорите, что я первым объявил, да, это говорит не о том, что я был там первым, вторым или третьим, а о том, что я искренне заявил о том, чего не делают другие политические партии. У нас же как дурят людей 30 лет. Когда вы задаете другим гостям этот вопрос, надо провести съезд, надо посмотреть, что скажет исполком, бюро национальных... Если народ попросит... Да, если народ будет сильно там просить и так далее. То я соглашусь баллотироваться. Да, поэтому, значит, вы понимаете, любой политик, любая партия, которая претендует на то, чтобы быть частью власти, неважно, там законодательной, исполнительной, там местной, она должна участвовать во всех выборах, во всех видах выборов. Но, когда вы говорите про конкурентов, вот с кандидатом проевропейских сил, назовем, да, кандидат проевропейских сил, самой крупной проевропейской партии, которая активно там поддерживает и будет поддерживать, я уверен, там Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, госпожа Санду, действующий президент, там все понятно. Вот слева ничего не понятно. Вы просто задали вопрос, да, по основным конкурентам. Угу. Поэтому, имея открытого конкурента, который однозначно является самой сильной фигурой среди тех, кто сегодня представляет правый фланг, да, значит, вот слева непонятно, потому что слева, значит, ждем, пока кто-то где-то за пределами страны решит, кто все-таки самый достойный. Вы обычно пытаетесь прогнозировать, всегда говорите, что вот известно, кто будет, что будет. Да. А кого вы имеете в виду вот слева? Вот Ион Кику заявил, что партия будет выдвигать кандидата. Я так понимаю, что другого кандидата, кроме самого Кику, у партии нет. Да. Это левый кандидат или правый? Ну, вы знаете, они заявляют себя как проевропейская партия. Мне сложно сказать, как бы... А больше их считают левыми, так как там все-таки... Вы знаете, большая часть... никогда не нравилось... Там, это разделение на левых и на правых. Левых, особенно правых. Так, как у нас. Особенно у нас не классическая, не классическая, как в Европе, у нас, а наоборот. Да, у нас, если верно. Левые, то с Россией, у нас если эти, правые, да, то если левые с Россией, Европой. Если правые с Европой. Понимаете? Что неправильно, конечно. Что неправильно, потому что сегодня, если доктринально говорить про правых, про партию ПАС, да, то я вам скажу сегодня по своим действиям, они... часто опережают лидера Северной Кореи. Ну, тот же у нас не проевропеец, правильно? Как бы поэтому у нас... Вот, поэтому смотрите. Очень важно, кого определят на Востоке основным кандидатом. На Востоке это в Москве. В Москве, совершенно верно. На Востоке, вы сказали, да, это и в Северной Корее, и Китае. У нас та ситуация, когда может участвовать не только Москва, в том числе некоторые другие государства, но, естественно, решение как бы ключевое будет приниматься там. Поэтому... вот когда мы увидим того кандидата, которого определят, потому что, например, в Москве там последний визит Дадона Козуку, там, я там не помню, секретный или нет, там неделю или две назад, значит, ему было сказано, разрешаем тебе стать председателем партии, имейте в виду, мы там лишили вас полностью полномочий, они на прошлом съезде лишили всех полномочий председателя партии. Делегировали все исполком. Да, совершенно верно. 5 человек. Да, то есть Игорь разрешили ему 2 человека в исполкоме иметь, и неважно, даже если число будет увеличено там
до 7 или до 11 сегодня их там... Увеличит состав исполкома. Сейчас да. там 5 да. человек. Но ему сказали, президента тебе нельзя, будет другой как бы. Дадон ходит тут, бегает, торгуется с ПАС по Кишиневу, там, вы там по энергокому... С кем торгуется? С партией власти, это всем известно. Квартиры... Это вам известно, мне, мне неизвестно. Представители президентуры есть. Одна была, потом сейчас две квартиры буквально там в 300 метрах от президентуры, где они встречаются, постоянно что-то торгуют. Кто с кем встречается? Представители президентуры. Это кто? Партии власти. Ну, послушайте, кого делегируют? Давайте чуть подождем. Там так интересно, понимаете, там же, когда смотришь так, на так. них, это вот та же борьба, знаешь, как Игорь, когда Дадон боролся с Плохотнюком, например, выходил и говорил, там, когда они с Плохишом проголосовали за смешанную систему, как вышел Дадон? Все. Плохотнюк нету, мы победили. Вот так же сегодня он побеждает, только у него там уголовные дела, там всякие там энергокомы, там какие-то коррупционные. Так, он кто? Он лично встречается с представителями администрации? Да, он лично, конечно. На... Могу дать адрес, номер квартиры, но пока вы... На явочной квартире. А? На явочной. Их уже явочные, знаешь. Я же вышел недавно в лабе, говорю, слушай, меняйте хоть квартиру раз в 3 месяца, то вас уже дворники узнают. Так и что обсуждают? Дадон убежал. Версия интересная. Нет, это не версия, Анатолий. Я это говорю, не, это не версия, это не то, что где-то слышал, это 100% то, что я вам сейчас говорю. Проблема в другом. Меня не интересуют их внутренние переговоры. Ни его с представителями президентуры и партии ПАС, ни других партий. Но когда ты выходишь в лайв, в лице Дадона, на телеканалы, рассказываешь про борьбу с коллективным Западом, про режим Майи Санду. И вечером с ними там... И в это время говорит, ребят, я русским как бы сказал, что буду поддерживать общего, но вы увидите, в мае я сделаю несколько опросов, покажу им, что я лучше их кандидата, и я все равно пойду. Потому что Майя Санду, у него может выиграть легче всего эти выборы, понимаете? То есть он играет роль предохранителя, облегчая Майя Санду победу в... Ну, он верит, что он выиграет выборы. Послушайте, он верит... Когда говорит в Фейсбуке, и то не верит. Еще раз, вот мне больше всего очень не нравится в молдавской политике. Вот люди по телевизору говорят одно, за столом переговоры говорят совсем другое, понимаете? И люди бедные все ждут каких-то перемен, понимаете? Так, а в Москве он встречался с Дмитрием Козаком, потому что про Козака, напомню телезрителям... Он периодически встречается, проблема не Козак в заместитель, Козаке. Козак заместитель главы администрации президента России. Но это по-прежнему. Не проблема, послушайте, его, Майя Козак, Санду... Козак исчез как-то с поля зрения, послушайте, после того, как началась война. Господин Козак никогда не был медийной фигурой. И еще раз, сегодня... Был. Послушайте, Анатолий, с момента, как он занимает войны, он эту был. Должность... Он не являлся медийной фигурой. Проблема не в господине Козаке. Вы поймите, у нас 30 лет постоянно кто-то говорил в администрации президента России. Кто-то летает в Вашингтон, Бухарест, Брюссель, как это делает госпожа Санду. Я считаю, сегодня неправильно делать акцент, кто говорит. Постоянно кто-то с кем-то говорит. Поэтому вот мой ответ на ваш вопрос, кто мои конкуренты. Мои основные конкуренты на президентских выборах, это понятно. Номер один – Майя Санду, потому что она как бы известна, понятно. А вот кто будет конкурентом слева, как называют в Молдавии, да, надо подождать, сказали, после Дня Победы определяют финального. Ну, подождем. Я считаю, что Молдову не должно больше кренить. При Дадоне у нас постоянно был крен влево. При Майя Санду у нас постоянно крен вправо. Президент – это та должность, где политики... не должны заканчивать, они же все предвыборные обещания, буду президентом для всех. Все оплакивают, и гагаузов, и украинцев, и русских, и румын, и молдаван, и болгар, говорят, намного. Как приходят власти, каждого несет непонятно куда, понимаете? Потому что самое интересное, есть... что все обещают повысить пенсии, решать социальные вопросы, вообще, что это... не входит вообще в компетенцию совершенно президента. Совершенно верно. Президент это может быть профессиональным переговорщиком, в то же самое ревизором, потому что президенту нужно признать сегодня, докладывает служба информации и безопасности, правильно? У нас СИП сегодня в подчинении президента. Поэтому, имея такой инструмент, я считаю, что президент может быть рупором народа, чтобы какое бы беззаконие ни происходило, да, то, что касается, кроме документов, там, с грифом «совершенно секретно», выходить информировать граждан о реальной ситуации в стране, понимаете? А не так, как у нас происходит. А съезд партии социалистов будет в марте?
Да, будет. Дадона изберут председателем? Ну, у них там 3-4. Потому что на заседании Республиканского совета вроде бы как должны были быть, но в последний момент что-то сорвалось. Ну, вот еще раз. Пока у нас не закончится с политиками, которые где-то спрашивают разрешение постоянно, и это касается и госпожи Санду, не только Дадона, понимаете? Вот пока не придет тот, кто оперативно может принимать какое-то решение и непосредственно влиять на качество жизни нашей страны, представлять нашу площадку за рубежом и так далее, то есть у нас ничего не поменяется. Вы поймите, Майя Санду оседлала правого коня, и вот она скачет, скачет уже как бы 3 года, да, скоро 4. Она только сейчас начала понимать, что она не на коне верхом, а она на такой лошади, как дети. Знаете, в детском парке, когда конь на той же детской площадке не выходит. Дадон, он же как у нас, как бы тоже руководил, да, ну Дадон, за Дадона сегодня избирать, возвращаться к коррупции, Дадон это сегодня... 2 шага назад, да? Хотя Дадон, нужно признать, иногда и делал шаг вперед. Но когда нужно было достать кулек, знаешь, все-таки задним ходом не получалось. Вот, поэтому сегодня показала себя госпожа Санду, что она точно не является президентом всех граждан. Эти же ролики все есть на русском языке, да? Я помню ее приезд в Бельце на бельское телевидение, где госпожа Санду говорила, никто никогда не посмеет вам, кто хочет праздновать День Европы, кто хочет праздновать День Победы и так далее. Вот в этом цинизм, потому что, опять же, что Санду, что Дадон, они постоянно, вот что им политтехнологи писали, вот это они озвучивали. То есть это люди, у которых нет, там, скажем так. Кандидаты слева, кто вот сейчас и чем завершится борьба, кто видится вам сейчас и чем завершится борьба между Дадоном и Шором за то, чтобы быть... любимой невестой Кремля. Ну, есть же эта борьба, вы же... Да, она есть, безусловно, то есть, ну, мы же... Тут элементарно, даже не нужно иметь какой-то инсайт, там, Шор полетел в Москву открыто, Дадон сзади там по секрету, там, они там смотрят, кто там уже оттуда уехал, чтобы можно было заехать и... Послушайте, меня не интересует сегодня... кто станет любимчиком какой стране? Мне важно, что сегодня от всего этого страдают люди нашей страны. Мне это не безразлично. Потому что ведь моя основная претензия к госпоже Санду, значит, смотрите, вот вы, когда я услышал про вас, как Анатолия Голля, меня еще не было в политике, да? Я знал, что вы вот есть, там, работали там советником президента, занимаетесь каким-то бизнесом. Я уверен, что за все эти годы у вас были либо предложения, либо какие-то приглашения уехать за границу. Так как уехали многие бизнесмены в разные времена. Неважно, во времена там, Воронина, там, Плохотнюка и так далее. Вы среди тех, кто остался дома. Но количество людей, которые занимались каким-то бизнесом и остаются в Молдове, оно ежегодно растет. А сейчас оно катастрофически обваливается, Анатолий, понимаете? И я считаю, что это вина госпожи Санду. Потому что, когда сегодня в соседнюю Румынию переезжают не только владельцы компании, а вместе с директорами, всеми сотрудниками, потому что, говорит, в этих условиях, при том, что у нас все говорят, деспреармонизария легислации и так далее, а у нас за 3 года только утвердили наклейку, которая для автомобиля с правым рулем, ну, это проблема диаспоры, которая в Великобритании, на Кипре и так далее. И люди уезжают массово. Если раньше уезжали только гастарбайтеры, как говорят, да, то есть сотни тысяч людей, то сегодня переезжают, я бы сказал, остатки среднего и крупного бизнеса вместе со всеми работниками. И неважно, это строительный бизнес или так далее. То есть сегодня, когда никто... Сегодня говорят про борьбу с Шором, да? Говорят, вот мы должны ограничить использование наличных денег, чтобы побороть там Шора, Помана и так далее. Анатолий, половина граждан нашей страны, у нас молдаване, когда я говорю молдаване, это ну, гражданин Молдовы, жители, да, жители Молдовы, у нас люди верят в заначки. Вот это у нас как Мамалыга, как Галушть, Баба Нягра, Ланор, это у нас люди верят Инкулцун в заначки. У нас целыми семьями имеют заначки, и неважно, пахали на стройках в Москве, занимались уборкой в Италии, работой в Германии, Великобритании. Заначки можно держать и на карточке. Анатолий, у нас легально многие граждане мне Молдовы начали работать,
когда массово уже стали там сотни тысяч гражданами Румынии. Основная часть, вы знаете прекрасно, работали в течение 15-20 лет, работали нелегально. Это люди, которые отправляли дома проводниками, поездом, маршрутками, автобусами. Скажите, сегодня вот строительный бизнес. Люди как-то планировали, смотрели процент продаж год и так далее. Потому что основная масса наших соотечественников, они покупали жилье там, для своих детей, своих семей. Многие более успешные начали покупать одну-двухкомнатную квартиру, сдавали их в аренду. Это целый бизнес у нас сегодня в диаспоре. И когда сегодня запретили покупать за наличные деньги жилье, там, автомобили и так далее, люди сегодня имеют эти деньги. Ко мне подходят люди на встречах за границей. Причем простые люди. Подождите, закон еще не вступил в силу. Анатолий, уже сегодня, люди уже сегодня об этом даже нельзя, подождите. Будет еще жестче, когда он вступит в силу. То есть сегодня, скажите, вы можете за 200 тысяч евро пойти купить квартиру или там машины, сдать их такси, как это делали большинство граждан нашей страны? Скажите, пожалуйста, что за идиотизм? Нет, какая если борьба это легально шоро, заработанные извините, деньги, их положил Анатолий, на счет. Они сейчас то, что зарабатывают, почти все, процентов 70-80 работают легально. Но все те, кто работает с молдавскими паспортами сезонные рабочие, они все работают нелегально, понимаете? И сегодня вместо того, чтобы им сказать, ребят, граждане Молдовы, которых в стране отсутствует более 185, ну то есть не являются налоговыми резидентами, мы видим, что это не чиновники и так далее. Этим людям давайте разрешим до 200 тысяч евро покупать недвижимость, земли, неважно и так далее. Что сделали с гражданами Украины, которые мешками привозили деньги в Молдову, особенно первые дни войны? Они легализуются где угодно на земном шаре, и в том числе в европейских странах. Наши в новостях с утра до вечера показывают, как арестовали семейную пару с 23 тысячами долларами в аэропорту Кишинева. Люди там по 65-70 лет и так далее. Анатолий, мы отвлеклись сильно от темы. Мы не отвлеклись. А это все связано с действующей властью, понимаете? То есть, тем не менее, вы говорите, люди уезжают, а вот строительный бизнес, а цены на квартиры в Кишиневе взлетели. Анатолий, то есть, если нету спроса, люди не покупают. Анатолий, где логика? Сегодня есть рыночные, где рыночные отношения? Сегодня есть обвал на рынке. И я вам говорю, что большинство игроков уже часть перебрались, часть в процессе переезда в Румынию. Потому что практически при тех же инвестициях, за те же головные боли, люди там говорят на одном языке, то есть им не надо нанимать, имеется в виду там переводчиков, там прорабы и так далее. И люди зарабатывают больше, понимаете? Сегодня страна должна развиваться. Поэтому вот придумывать препоны с утра до вечера, если вы считаете это развитие экономики, это то же самое, как экс-премьер Гаврилиса. У нас 5 минут до рекламы. Вы мне в конце передачи будете говорить, что ничего не успели обсудить. Что ушли от темы, ничего не успели обсудить. Давайте вернемся к выборам президента. Редко приглашаете. Так вы только вернулись в политику. Анатолий, тихонечко. Не очень давно вернулись. Анатолий, а еще когда-то у вас как в клипе «Оранжевый подсолнух». Подождите. Раз в год зовете, я моя наинтика, говорят. Так вы обидчивы, вам что-то скажешь, вы потом, я к вам не прихожу, я к вам не приду, больше все, вообще не приду. Не, послушайте, ну иногда... Ладно. Так что, чем закончится борьба Дадона с Шором? Да мне без разницы, чем закончится. Чем так его... как, от этого зависит, кто будет кандидат? Потому что говорят, что Шор ищет какого-то там супернейтрального кандидата на пост президента, за которого все проголосуют. А есть еще такой вариант, что Москва, особенно если сейчас мы перейдем к референдуму после рекламы сразу, особенно если будет референдум по европейской интеграции, инициатива президента Майи Санду, то Москва может не выдвигать кандидата и призывать бойкотировать выборы президента, чтобы сорвать и проведение референдума. Возможно, послушайте, такое? Нет. Вы знаете, ну что значит? Всегда был кандидат западников и был кандидат русский. Будет то же самое сейчас. Другой вопрос, что если пророссийского кандидата снимут с выборов, то ни ему, ни русским не будет мешать, то есть не нужно иметь своего кандидата, чтобы призвать к бойкоту, например, выборов, да, или голосовать против. То есть для этого не нужно иметь зарегистрированного кандидата. Поэтому власти могут снять всех кандидатов, связанных с русским, Мишором, там, неважно. Но они точно не смогут. Поэтому я об этом узнал буквально там на выходные и со всей ответственностью вам заявляю, что, скорее всего,
Майя Санду отменит этот референдум. Да, она не выйдет об этом, не признается публично. Это будет, наверное, скорее всего, как-то через суд. Но... Отменять пока нечего, потому нет, что это Анатолий, только идея. Раз. Желание у них провести его есть. Но когда им начали европейские партнеры задавать конкретные вопросы, говорят, ребят, вы вообще-то затеяли и объявляете, что референдум будет конституционным. Значит, результаты референдума вносятся в Конституцию, Анатолий. Что вы внесете в Конституцию в случае залета? Что большинство граждан Молдовы против европейского пути? Нет, ну вы утрируете, не так ставится вопрос. Вопрос ставится, что если большинство граждан поддерживает курс европейской интеграции, это вписывается в Конституцию. Что европейская интеграция... А если не поддерживает, не вписывается? А если не поддерживает, значит... Вписывать нечего. Значит, это предложение не прошло, и оно... И вписывать нечего. Никаких изменений в Конституции. Интересный вариант. Это как с голосованием только в США и в диаспоре по почте. Не, ну вы... Анатолий. Это именно так и происходит. Анатолий, любое Анатолий, предложение, которое не проходит, если бы о введении поправок в Конституцию, оно не вводится. Собиралась после окончания мандата жить в стране и реально добиться... результативно, хороших результатов на этом референдуме, она могла бы пригласить все проевропейские партии на консультации вместе с оппозиционными, антиевропейскими силами, со всеми переговорить, проконсультироваться, выйти с какой-то общей повесткой, и тогда была бы и явка, и, поверьте, с другим бы настроением. Ее сегодня не хотят поддерживать даже те политики, которые открыто как бы продвигают европейский путь, там, потому что все думают в данном случае, и президент Майя Санду, и ее оппоненты справа и слева, все думают о выборах президента, а не о стране, правильно, о курсе развития страны. Вот если вы признаете... Вы помните, что в декабре, еще 17-15 декабря Игорь Дадон говорил, только референдум европейской интеграции, только референдум. Я так говорю с 2014 года. Как только появилась идея, нет, референдума нет. Потому что как она это сделала? Послушайте, поверьте мне, если бы Майя Санду еще раз хотела бы результат, она бы пригласила всех, включая Дадона, Воронет, сказал, ребят, кто за проведение референдума? Вопрос номер один. Поверьте мне, сказали бы все за на этих публичных слушаниях. Ну, они так, все за. Кто за евроинтеграцию? Поднимите. Подождите еще раз. Она начала проводить консультации после того, как приняла решение, об этом объявила. В этом вся проблема, Анатолий. Потому что опять, как у нас все делает власть последние три года, 90% случаев есть все-таки какие-то маленькие успехи у них. Значит, это тоже нужно признавать. То есть это было все сделано, как всегда, через... А вы за референдум или против? Я продвигаю идею референдума с 2014 года. То есть вы поддерживаете? Но. Анатолий, референдум готовится, имея какой-то политический консенсус в стране. Референдум, вот смотрите, вот у нас какие-то этапы важные прошли, например, все партнеры могут продемонстрировать свои возможности, да, то есть имели достаточно времени, я говорю про внешних партнеров, то есть это важный пункт, но референдум это даже нельзя сравнить по важности с тем, что они затеяли по, ну, с голосованием по почте, то есть референдум очень важен, нужен для страны, но его нужно готовить, нужно проводить работу с населением, а не так, давайте приколимся. В день президентских выборов, что с надеждой набрать там на 5% больше в первом туре, заявлять референдум, тем самым верх цинизма в том, что ставится под угрозу результаты этого референдума, в первую очередь для тех, кто поддерживает госпожу Санду, понимаете? У нас реклама. И в этом провале будет виновата она, а не рука Москвы, не Дадон. Продолжим сразу после короткой рекламы. Не забудьте свою мысль продолжить. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в прямой эфир. Прямой эфир, беседуя с лидером нашей партии, господин Усатый. Я так понял, что вы против референдума только потому, что этот референдум может дать Майе Санду лишние 5%. Нет, дополнительные 5%. Нет, я не против референдума. Референдум рано или поздно мы проведем, потому что, еще раз, от этого референдума, который планирует провести, инициировала госпожа Санду в день президентских выборов, 99.9%, что они откажутся, потому что он ставит под угрозу, как говорят ей европейские партнеры, что он ставит под угрозу европейский вектор.
в случае провала? А вероятность провала огромная. Потому что референдум, пока не было решения, давайте уточним, что да. не было решения, не было инициативы провести в один день. Как но, не было инициативы? Инициатива была. Положительно, да. Но это объясняется тем, что опыт проведения референдумов в Молдове, начиная с 98 года, я помню еще тот референдум, 98 год, 2010 год, активность населения в референдумах без выборов, она очень низкая, ставка низкая. И поэтому как бы... Полностью с вами согласен. Ну вы поймите, во-первых, я изучил законодательство, все положения, как организовывается референдум, какие вопросы можно вносить, какие нельзя, разница между конституционным... Какие президенты, да. какие... Да, смотрите, президент чем... может только консультативный референдум. Да, смотрите, в чем проблема, Анатолий. Нельзя проводить два разных референдума в один день. Да. Нельзя по там, изменению конституции и консультативной. Но один и тот же референдум с неограниченным количеством вопросов можно. Поэтому, если внести не только вектор, хотя можно организовать приличную явку, поверьте мне, больше даже, чем на президентских, если постараться правильно организовать. Но если включить закон о люстрации, например, да, то есть то, что болит человека, да, то есть то, что он ждет, кто-то 10, кто-то 20, а кто-то больше 30. Ведь можно включить 5-10 вопросов, Анатолий, да, причем важных, и получить на них ответы и, соответственно, мандат для продвижения этого там, на законодательном уровне. Все у нас постоянно через эти референдумы что-то хотят утащить, понимаете? Не обязательно финансово. Могут и политически. Знаете, как при Плохотнюке тоже изображали. Но при Плохотнюке тенденция была. Знаете, например, если воровать с прибыли. При сегодняшней власти нормально воровать с убытков. Понимаете? Ну, то есть, куда это годится? Мы в референдум при Плохотнюке, я тоже помню, кстати, многие забыли, что в 2019 году проводился референдум по совершенно несуразным вопросам вообще. Да. Ну, чтобы повысить явку. Как несуразным? Вопрос был уменьшить номер депутата, количество депутатов парламента, да? Да. Значит, популистское решение, которое, на мой взгляд, не решает никаких проблем. Но у нас страна полная начальника. Я тоже считаю, что у нас много. Я не за референдум Плохотнюка, Анатолий. Но у нас, если разобраться, особенно вот эти все районные советы с огромными там аппаратами, Анатолий, при населении, при том, что в стране находится около 2 миллионов человек, неважно, чуть больше или меньше, у нас количество начальников на квадратный метр зашкаливает. Про советы это понятно, и про административно-территориальную реформу, что 30 миллионов района не нужно. А в парламенте, скажите, пожалуйста, вот сегодня 101 человек, а реально активных, и неважно это, власть или оппозиция, процентов 20. И так было при всех властях, потому что все привыкли получать смс-очку в Вайбере, пентруаста радикац мэнансус, сейчас молчите, там воздержитесь и так далее. Понимаете, вот такое коллективное пастбище, вот что у нас в парламенте. Так, вы критикуете один референдум, но предлагаете другой референдум. 19? Я не критикую референдум за евроинтеграцию, внимательно. Я критикую, как госпожа президент его инициировала и как пытается из этого сделать себе предвыборную куклу. Этот референдум нужно будет проводить, но, Анатолий, никак они с этими изменениями где-то не могут, невозможно вносить изменения в Конституцию, когда об этом высказалось 10-20% граждан страны, понимаете? Я считаю, почему изменения Конституции могут сегодня в парламенте внести изменения? Только конституционное большинство, 67 депутатов из 101. А изменения Конституции через референдум? Могут 20-30%, то есть фактически 1/3. Нет, так не бывает. Ну не 20-30%, там, ладно, это нюансы. Нюанс важный. И в то же время, вот я получил 19.36 на почту сообщение, что наша партия официально передала президенту и парламенту обращение... С просьбой провести... Инициировать для начала. Республиканский референдум, чтобы граждане ответили на вопрос о... досрочных хотят они или нет выборы. Досрочных парламентских хотят выборов. Или нет, да. Зачем? Объясняю вам. Во всех опросах, в которые был включен вопрос, хотите или нет досрочных парламентских выборов, это хотят чуть более 70%. И неважно, это опрос Дадона, президентуры Майя Санду и так далее.
Когда граждане более 2/3 хотят досрочные парламентские выборы, зачем, Анатолий? Я не знаю, вы, наверное, так же, как я, не просили компенсацию, не писали заявление на компенсацию за газ и так далее. Я тоже этого не делал, да? Но сегодня у нас большинство граждан страны нищие, обездоленные люди. Люди, которых обдирают, и неважно это, какими-то изменениями законодательства или коррупции. Ситуация, то, что произошло сегодня за 3 года с нашей экономикой. Постоянно с огромной скоростью растущие внешние долги. Что это имеет с досрочными парламентскими выборами? Что это имеет? Послушайте, останется сегодняшняя власть еще один год, и мы будем ждать и спокойно наблюдать за всеми внутренними разборками между там, людьми с пыну в парламенте, людьми Гросу, какой-то попыткой там повлиять на ситуацию в Литвине. Мы говорим о том, что Майя Санду выступила с инициативой по референдуму европейской интеграции, чтобы подготовить свою предвыборную кампанию. Так. Другой там политик, который не политик, выступил с инициативой какой-то референдум о нейтралитете, который заложен в Конституции. О чем проводить референдум, правильно? Это есть Конституция, да. Есть Конституция. Анатолий, скажите, пожалуйста, то, что сегодня 70% населения хотят досрочные выборы, это не является аргументом? Приходит Рената Усатый и предлагает... Опять не Ренат Усатый, стоп, Анатолий. Наша партия. Послушайте. И не наша партия. Я читаю наша партия. Мы сегодня, там четко написано, что тяжелейшая социально-экономическая ситуация в стране требует смены правительства, парламентского... Рената Усатый, наша партия, предлагает провести референдум, потратить деньги на то, чтобы ответить на вопрос, который заведомо очевиден. Что люди захотят досрочные... Большинство скажут, хотят досрочные выборы. И какой эффект этого... референдума, я вам скажу, кроме политических дивидендов нашей партии и уходят, расходов денег из бюджета. Либо мы их уйдем. Скажите, пожалуйста, вот этот референдум, инициированный Майя Санду, скорее всего, накроется. Можно найти форму сегодня, Анатолий, вот так же с президентскими выборами, вот включить вопрос о досрочных парламентских выборах. Как госпожа президент в 2021 году, 20-м, став президентом, они искали любые юридические зацепки для того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Я помню тогдашнюю оппозицию, которая была за досрочные выборы. А как только сказали, будут досрочные выборы, оппозиция тут же была против досрочных выборов. Я был за. Этого требовало большинство граждан страны. Какова ценность консультативного референдума по вопросу досрочных выборов? Парламент нельзя распускать в результате такого. Какой юридический эффект вашего референдума? Что значит парламент нельзя распускать? Парламент сегодня, если так рассуждать, как вы говорите, президент страны тоже не имеет права распускать парламент в течение последних 6 месяцев своего мандата. Да? И, Анатолий, я это все изучил. Послушайте, вот почему, например, мы просим ответить до 8 марта, да? Потому что я прямо в том числе... ультиматумы выдвигаете. Срок до 8 марта. Сегодня уже 4 марта. Анатолий, мы указали, что есть законная возможность ответить 30 дней. Почему мы так попросили еще раз, да? Угу. Потому что сегодня вот технически Майя Санду просто подписывает указ об инициировании этого консультативного референдума, правильно? Когда? Когда референдум должен состояться? Она может его, например, инициировать в один день с президентскими выборами. Хорошо. Чтобы не тратить деньги, как говорится. Секундочку. Да. Секундочку. Все равно деньги тратятся, но не такие большие. Плюс такое же письмо мы написали в парламент. И у меня тут вопрос к оппозиции. Оказывается, любой референдум, неважно, консультативный, по изменению законодательства, либо изменение Конституции, я почему-то раньше думал, ошибочно оказывается, что и парламентское большинство только может инициировать. Нет. Инициировать может 3 депутата. Да, 3-4 депутата. Да, 3-4 депутата. У меня вопрос, почему наша оппозиция, которая борется, как они говорят, с режимом Майя Санду, ни разу не вышли с инициативой какого-нибудь конструктивного. Да, бредятину можно придумать каждую неделю. Но почему, вот я даю шанс парламентской оппозиции. Если они этого не делают, Анатолий, дальше мы заходим, мы к ним официально обратились с таким же письмом сегодня. Угу. Мы дальше сталкиваемся с работой, которую мы проведем, как партия, как наша партия. Но правильно, вам нужно упражнение,
чтобы консолидировать смотрите, электорат перед выборами. Анатолий, вот. Анатолий, смотрите. Вот вы ответили Анатолий, на вопрос, секунду. Честно, кстати. Анатолий, вот я сейчас вам честно говорю, вы неправильно, вы сейчас играете словами. А я вам честно говорю, если бы я хотел растянуть и просто лупить маю до выборов каждый день вместе с властью и оппозицией, которая ничего не делает, то я бы не предлагал ни президенту, ни парламентской оппозиции, ни парламентскому большинству выйти с этой инициативой. А собирали бы подписи? А начал бы сразу со сбора подписи. Я же этого не сделал, давайте честно. Я предложил всем, кто имеет право это сегодня сделать. Да, вы сделали более популистский шаг, опять чтобы будет. Предложить парламенту и президенту. Они проигнорируют это обращение и оппозиция. Да, скажите, а как можно сегодня оппозиция, которая у вас в студии, так. На других телеканалах говорит, что хотят досрочных парламентских выборов? Вот я им даю возможность, чтобы они не говорили, что усатый ходит по стране. Потому что так, если госпожа президент будет себя вести так же, как она повела себя тогда, когда разоблачал спину со всеми газовыми схемами, и какой-то мяу-мяу ответит или не ответит, тогда мы будем собирать 100 тысяч подписей по два вопроса. Первый. Поддерживаете ли вы или нет проведение досрочных парламентских выборов? И второй вопрос. Очень четко и правильно юридически звучит. Согласны ли вы или вы против, чтобы президент страны подал в отставку по собственному желанию? Потому что ты не имеешь права инициировать референдум по отставке президента, имеется в виду консультативно. И это я все изучил. Поэтому Майя Санду увидит свой рейтинг. Послушайте, потом мы вот эти 100 тысяч человек, мы имеем основание приехать в Кишинев, постучать в дверь президентуры, покормить собачку Котруц. Можем пойти в парламент покормить спикера Гроссу тем же педигри Павлом, как Котруц, понимаете? То есть мы уже можем много. Вы обещали им потому подарить что, собак других. Так, собаки сегодня, Анатолий, постриг и собаку Москва Додона, и девочку, вернее, Додона, девочка у Майи Санду Бастик. Собак я им отдаю. Вы меня не убедили с референдумом. Анатолий, я вас никогда не смогу убедить, потому что вы не хотите, вы лично против смены власти в нашей стране. Вы хотите 100 тысяч. Вы хотите 100 тысяч подписей собрать, чтобы провести избирательную кампанию. Анатолий, вы такой же политик, как и все остальные. Я предложил, без того, чтобы я собирал 100 тысяч подписей, чтобы это сделал парламент. Еще раз. Пусть выйдет партия социалистов. А какая юридическая целесообразность? Парламент нельзя распустить. Парламент нельзя распустить Анатолий, в результате Анатолий, такого референдума. Анатолий, первое. Господин Усатый, подождите. Повестка, дальше, ваша повестка. Дальше. Когда, и вашего телеканала когда, защищать когда, власть любым путем. Да я никого не защищаю. Я пытаюсь понять логику. Логику вашего обращения по поводу референдума. Допустим, Анатолий, завтра Майя Санду... Я хочу посмотреть, как вы будете сейчас отстаивать логику. Сейчас мы дойдем до голосования по почте. Перескакивайте, сейчас перейдем. Да. Допустим, завтра президент Майя Санду подписывает указ по инициативе Рената Усатого. Нет, проводим, пусть горит ее инициатива. Проводим консультативный референдум одновременно с выборами президента по распуску парламента. Выборы президента должны состояться где-то, допустим, 15 ноября. Не да? допустим, а выборы президента, со всей ответственностью вам заявляю, состоятся за неделю или за две до выборов в Соединенных Штатах. И это будет либо 27, либо 20 октября. Выборы у нас США, октября. По-моему, хорошо. 10-го. Там, да. 27 октября так. Проводится референдум о распуске парламента. Так. Две трети, 70% граждан говорят «да». Референдум консультативный. Аша. Дальнейшие действия. Дальнейшие действия? Дальнейшие прошу действия. Прошу точно такие же. Дальнейшие когда действия. Они выступали президент... против Кику. Секундочку. Это будет господин день президентских Господин Речан выборов. Все равно подает в отставку. Секундочку. Почему он должен подавать? Ну, потому что он бы давно ушел, его не отпускают. Господин, почему тогда нет. Они нашли лазейку, когда они вышли в парламент и два раза просили не так. Голосовать за кандидата премьера? 27 октября проводится референдум. Президент новый вступает в силу где-то через 35-40 дней. Ну где-то... ладно, через 80. В нашем случае через 2 недели. Даже году. Во время Плохотнюка через 3 недели. Так. К Новому году вступает в силу. Не к Новому году, хорошо, а в ноябре. В конце ноября. Да. В конце ноября. Да. Пока подают заставку, пока все эти организационные вопросы вступают в силу, что парламент Анатолий, нельзя распускать я последние 6 месяцев мандата. Вы сейчас боретесь за то, чтобы Спыну успела дать концессию аэропорта до июля следующего года. Я не борюсь. Я не хочу. Я понял логику вашей Анатолий, инициативы. Чисто политическая нет, акция. Нет, Анатолий, это не политическая акция. Потому что сегодня, когда я слышу
Да, это было не в вашей студии, на вашем телеканале, где господин Спену говорил, что на развитие аэропорта нужно 6 миллиардов лей. У нас нет таких денег. Вы наверняка видели это заявление. Ну да. Анатолий, я не помню цифру. Я не могу наблюдать. Скажите, где популизм? То, что я предлагаю, то, чего хотят люди, или популизм представителя власти Спыну, который говорит, нет 6 миллиардов. То есть взять миллиард в долг смогли, причем внутренние кредиты, в том числе по 20% годовых. Да? А взять 300 миллионов евро на строительство аэропорта нет, причем аэропорт дает 50 миллионов евро в год. Мне ждать, чтобы Спыну отдал аэропорт, чтобы успели украсть то, что не успели при Плохише, там, при других и так далее. Мне наблюдать дальше, что подрывая доверие в Гагаузии, то, что делает власть сегодня, да, и разрушая тем самым единство, да, в самой Молдове, я не хочу этого ждать, понимаете, потому что применение шантажа в Гагаузии является... краткосрочной перспективой, да? А что значит? Краткосрочной тактикой. Но она наносит долгосрочный вред репутации центральной власти в нашей стране, понимаете? Потому что их борьба с жителями Гагаузии, прикрываясь борьбой с Шором, да? Я уже видел их борьбу с Шором по аэропорту. Когда они, партия ПАС, полгода не открывала VIP-зал, занавески не постирали, пол не помыли, обои там отклеились и так далее. Оставьте меня жить. Это специально, чтобы вы не могли пользоваться VIP-залом. Послушайте, я, во-первых, за... Не летаю через Кишиневский аэропорт. Да, за три года летал один или два раза, понимаете, поэтому... Значит, референдум, кстати, это нормально сегодня, вот, когда вы сами затеяли? То есть я смотрю за развитием аэропорта ЯС, региональный аэропорт. Это такой у нас должен быть аэропорт, например, в Маркулеште, в Флоридском районе. В Бельцах? В Бельцах. Примар Рената Усатый должен был построить. Анатолий, давайте честно говорить, земля находится в Карлатене на территории Рыжканского района. Я предлагал неоднократно. Опять же, вы тоже скажете, политика, скажите, почему я требовал, и меня никто не услышал, в том числе у Аминь Бонь, когда я говорил, Роуцелл, пригород Бельц, Карлатена, эти же Рыжканский район. И там, много, где больница будет строиться. И очень много других населенных пунктов, где 90% жителей, да не 90, все 99, работают либо учатся в Бельцах. Эти города де-факто являются частью города. У нас нет границ между Карлатенами, между тем же Рауцелом и так далее. Да? Именно для того, чтобы больше можно было прокачивать деньги через районную администрацию, через этот район, и неважно, это Фалерский, Гладянский, Сен-Джерей, людей не отпускает села. Это нормально, понимаете? Это тоже ненормально. Нет, так то, что у нас нужно... А город не развивается. В Бельцах, например, нет сегодня свободной земли привлекать инвесторов. То, что у нас нужна административно-территориальная реформа... И опять же, все про нее говорят предвыборно. Да, и все боятся, потому что... все боятся, там рейтинг потеряют. Потому что люди опасаются, что будет далеко переподчинять, ездить в район. Не переподчинять ассистенту Сучалы и управление образованием. Тут не боятся, там им очень надо... И больницы. И больница. Ну, Анатолий, понимаете? Нет, это, понимаете, то есть и самое главное, они все проевропейцы, да? Вот скажите, пожалуйста, как вы, вот мне интересно, вы никогда не скрывали, что вы являетесь проевропейцем, да? Я хочу зачитать. Вы тоже, вы же тоже. Я никогда не был ни антиевропейцем, ни антирусским. Меня интересует вектор национального развития нашей страны. Анатолий, вот проведу цитату одного из руководителей ЕС, да? И вы скажите, что из этого есть, да, вот недавно. Значит, до сих пор были достигнуты значительные успехи. Поздравляю всех вас, кто внес вклад в процесс реформ. Мы все знали, что это существенно, но также понимаем, что это было и трудно. Однако теперь мы можем опираться на этот успех, чтобы сделать еще один шаг вперед. Вот это заявление одного из лидеров ЕС, да? Это вот про что? Молдову? Да, про Молдову. Может, ваши политтехнологи нет, там что-то перепутали? Нет, что из этого нам подходит сегодня? Вот из того, что вы услышали, достигнут значительные успехи, вклад в процессы реформ и так далее. Вот что? Вот они объясняли, например, не знаю, энергетика, которая вам... Анатолий, это так, для разгадки ситуации. То, что я вам прочитал, это заявление лидера Европейского Союза, правда, очень бывшего, это Барроса говорил в 2014 году, когда был в Молдавии с Юрием Ленком. Угу. Вот тогда тексты, я почему это хотел сравнение...
Заявление сегодняшней властей от встречи господина Барроса с господином Лянко, который был премьер, вот видите, в 14-м тоже говорили успехи. В это время раздеребанили аэропорт, ограбили банковскую систему, страна стала самой известной в мире за счет ландермата и так далее. И вот эти заявления раз в 10 лет, я про сегодня начал читать. Чем отличаются заявления, например? Скажите, пожалуйста, те чиновники, которые сегодня обещают вступление Молдавии в ЕС, почему я являюсь евроскептиком? Я никогда не был и не буду против 90% европейских реформ. И неважно, это система здравоохранения, образования, инноваций. Есть очень много, что просто нужно брать. Есть и очень под много копирку, что нужно брать. Есть и очень много недостатков. Анатолий, да. Но не, я говорю про положительную часть, да, европейских реформ. Но скажите, пожалуйста, когда вот почему привел, где сегодня господин Барроса и госпожа Меркель? Они сегодня являются почетными пенсионерами там, в своих странах, да, бывшими там известными на весь мир политиками. Вот те же политики сегодня, которые обещают евроинтеграцию к 30-му году из-за рубежа, они тоже будут бывшими. Я когда сегодня смотрю на кандидатов на выборы в Европарламент, на выборы в парламент, у нас же во многих европейских странах пройдут и выборы президента, местных парламентов. Все мы будем бывшими, и вы будете бывшими. Не, подождите, вопрос в другом. Я смотрю, что сейчас в вопросах, секунду, Анатолий, это важно просто. Я смотрю, что в вопросах во многих странах европейских 30 секунд до рекламы. Лидируют политики, которые говорят, мы придем к власти, никакого расширения Евросоюза. Молдавия, Украина, Грузия, пусть забудут и так далее. И вот таких в Европе выиграют очень много выборов в 2024 году. И президентских, и парламентских. Я смотрю за их опросами еще раз. Вы же знаете, что поэтому предвыборные обещания редко совпадают с реальностью. Там еще много контуженных рвется к власти, как и у нас. Поэтому станем сильной страной, привлекательной. Мы сегодня не стали привлекательными хотя бы для левого берега Днестра. Для наших же граждан, чтобы стать привлекательным за счет реформ юстиции, ценообразования. Сразу после рекламы господин Усатый расскажет, как нам стать привлекательными. Оставайтесь. Расскажу, если дадите. Мы вернулись в прямой эфир. У нас мало времени и много вопросов. Господин Усатый в конце будет жаловаться, что не успел все сказать. Анатолий, а мы с вами проведем в Фейсбуке, не переживайте. Вопросы телезрителей не задал. Начну с одного вопроса, чтобы перейти к следующей теме. Анатолий. Что лидер нашей партии может сказать за грядущие выборы? Одесский вопрос такой, за грядущие выборы, сквозь призму открытия избирательных участков в России, Беларуси, Украине. Может, он знает о планах ПАС на этот счет? Это к вашей теме. Я вижу, у вас и законопроект есть. И законопроект, по голосования, и законодательные нормы, голосования и по почте, да. Анатолий, значит, то, что сегодня затеяла наша власть, это является одной еще и имитацией заботы. Мне понравилось выражение «наша власть». Ну, это власть наша, в нашей стране. Ты сказала, наша власть. Анатолий, хайте рокшума. Да. Ну, я вас прошу. Не будем цепляться на слова, да. Значит, хорошо, наша власть может быть хорошей, а может быть на букву «Х», но другой, понимаете, чтобы не цитировать. Значит, смотрите, они имитируют заботу своих граждан тем, что решили провести, как они признают, пилотное голосование по почте. Но при этом это самое пилотное голосование по почте, если бы оно было for effect juridici, без юридической силы, это нормально. Для этого он и называется пилотный законопроект, пробный. Значит, тестовый, пробный и так далее. Нет проблем, ребят. Пожалуйста, давайте. Канада, США. Можно туда добавить Румынию, Германию. Ту же Россию, Белоруссию. Почему? Вы же знаете сегодня, есть граждане у нас, которые смотрят только в Европу, есть те, кто смотрит на Восток. И не было никакого бороздрая, все бы молча кивали. Не, они а самое главное, извините. В больших странах, странах с большими территориями, чтобы облегчить людям да, голосование. Чтобы а Россия ели, маленькая страна? Чтобы, так я и говорю. Да, есть но Россия, смотрите, главная проблема не в том, да, проблема, что, например, если вы предлагаете на Западе, предложите на Востоке, но моя претензия сегодня основная заключается в том, что они признают, что это пилотный тестовое голосование, тестовый проект, но он будет иметь юридическую силу. Тест-драйв, тест, пилотный проект. В любом словаре посмотрите. Голоса будут считаться. Голоса не должны считаться, понимаете, когда это пилотный тестовый проект. Угу. И выбрать еще... А скажите, пожалуйста, что бы сделали с Додоном,
если бы он то же самое, когда они были в коалиции там, с демократами, там, потом Шором даже какое-то время, если бы они предложили такой же тестовый проект только в России и Беларуси, тут бы визжали, как резаные все. Поэтому самое страшное, я внимательно изучил документы, подготовился, буду продолжать работать над этими документами, их много. Но что я установил? В 2021 году, придя к власти, партия ПАС затеяла изменения в кодексе о выборах, над которыми работали целый год. В 2022 году их приняли. В 2023 начали действовать. Новый кодекс о выборах. Да, новый кодекс о выборах. Работали. Почему это не было сделано тогда? Я вас хочу проинформировать со всей ответственностью. Почему? Потому что они... Не подумали. Не додумались. Они не то, что не додумались. Они, если наклейку легализовывали для машин с правым рулем 3 года, вы говорите, чтобы... Но надо заметить, что нельзя сказать, не подумали, они это обещали. Вот электроник, каждая партия. Вот электроник, вот принкласс. Вот электроник и голосование по почте, это разные вещи. Но обещали и то, и другое, если не ошибаюсь. В чем моя... В чем сегодня абсурдная ситуация? Значит, в 22-м году приняли новый кодекс, в 23-м начал действовать. Я изучил, внимательно, с 1997 года все выборы, которые проходили в Молдове, президентские, парламентские, они проходили строго опираясь на кодекс выборов. Сегодня будет первый случай в истории нашей страны, вот с 97-го сюда изучено все, сегодня обработано, когда они не вносят изменения в кодекс выборов, они принимают специальный закон, позволяющий гражданам США и Канады голосовать по почте. Не гражданам. Граждане Молдовы проживающие. Но смотрите, даже это как они сделали. То, что это идиотизм, еще раз говорю, пилотный проект, давайте протестируем, посмотрим, сколько они дойдут. Я изучил проблемы, которые были, у нас есть Австрия, Германия, Румыния, европейские страны, где есть голосование по почте. И я посмотрел все проблемы, все скандалы, которые у них есть, где в Австрии хотели отменить вообще выборы из-за того, что многие не дошли бюллетени, что-то потерялось. Короче, смотрите, но допустим, они бы приняли это не для США, Канады, а для всего Евросоюза, не разделяя диаспору, в том числе Россия, Китай, для всего мира. Смотрите, что они тут... Вели голосование по почте для граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом. Важно, как они его вводят. Секундочку. Анатолий, я хочу зачитать, уважаемые телезрители, господин Голя. Смотрите, вот закон, который сегодня находится в парламенте, да, на 20 страницах. Проект закона. Проект закона, да. Дальше, смотрите, я поработал, подготовился. Вот смотрите, я вам оставлю после программы. Законодательная норма и комментарий. Например, прямое свободное голосование по почте. Никто не вправе оказывать давление на избирателя с целью заставить его голосовать или не голосовать. Либо в то же самое время статья 38 «Право избираться и быть избранным» нарушается. Дальше. Голосовать на выборах можно начать за 20 дней до выборов. Но последний бюллетень в ЦИК, Анатолий, должен прийти в четверг, за 3 дня до выборов. Представь себе, вы проголосовали, вы живете в Канаде, вы тот гражданин Молдовы. Проголосовали за 20 дней до выборов, а про вашего кандидата показали пару кульков. А вы проголосовали 20 дней назад. Что делаем в таком случае, господин Голя? Скажите, пожалуйста, какие мы можем иметь сегодня гарантии, что нужные голоса посчитают, которые придут по почте, а те, которые не нужны, Майе Санду и ПАС, они скажут, что они пришли после четверга. Еще раз, все, что приходит позже четверга вечера, то есть за 3 дня до выборов, автоматически не считается. Значит, дальше. С одного IP-адреса и с одного адреса фактического в США и Канаде можно не более 7 запросов. Анатолий, 7 IP, окей. У нас есть сегодня в той же США и Канаде, где по одному адресу, как и в Румынии, по 100 человек зарегистрировано. Можно максимум 7. Дальше, Анатолий, извините. Избиратель, вы, находясь в США Канаде, вам дают право распечатать бюллетень на принтере дома. Проголосовать и отправить. А если Голя подкаблучник и стоит жена со сковородкой рядом? Или с бензопилой еще хуже? Тогда Анатолий, дальше. Тогда нарушается статья. Анатолий, зачем Анатолий? Анатолий, извините, Анатолий. А зачем тогда
затеивать это голосование, когда тут максимальное количество всего того, что они в этот проект закона включили, это просто абсурд, понимаете? То есть что, если 100 человек зарегистрировано, голосовать будут только прорабы из этих 100 человек? Скажите, пожалуйста, Анатолий, зачем сегодня служба информации безопасности, когда печатаются бюллетени, причем только в государственных типографиях, дежурят там 13 или 19 пеней защиты, если кружок из 7 там, кумнатов распечатали на принтере, и можно еще играть в секу, кто за кого голосует. Господин Усатый, я предлагаю перейти к другим вопросам, потому что Анатолий, это проект закона, это не закон, это проект закона. Он еще будет долго обсуждаться в парламенте. Я признаю, я его не читал, не видел и не готов обсуждать. Анатолий, послушайте, они сегодня решили устроить тест и в очередной раз расколоть общество, предложив это в США и Канаде. Пока не поздно. Перестаньте будоражить ситуацию, которая и так накалена сегодня в стране. Из-за войны в соседней Украине. Накаляется ситуация в Гагаузии. Сегодня люди просто в один день выйдут, и им не нужны даже будут политики, они просто снесут власть. Ну, поверьте, Анатолий. Сначала проведут консультативный референдум. Да ладно, Анатолий, вам все смехурочки, знаете. Парламента. Но... давайте телеграфно ответим на вопросы телезрителей. Вы их, наверное, видели. Что важнее сейчас, победа на президентских или парламентских выборах, если добыть обе не получится по объективным или субъективным причинам? Смотрите, я всегда говорил честно, что... мы занимаемся реорганизацией нашей партии, строительством структур под парламентские выборы 2015 года. А президентские это тренировка? Нет, это не тренировка, Анатолий. Это очень важные выборы для нашей страны. Госпожа Санду должна уйти, но вместо нее не должен прийти какой-нибудь кулек. Вот в чем усложняется проблема. Потому что все боролись всегда с одним злом, а тут как бы надо и Майю Григорьевну отправить. Причем я согласен, чтобы она стала генсеком ООН. Президентом Швейцарии или соседней Румынии. А тут мы как-нибудь сами. Но и не пустите этих крохоборов, коррупционеров обратно, потому что будет дом не ферешти. Так я так понимаю, только Усатый стоит. Но парламентский выбор, Анатолий, послушайте. У нас парламентская страна, и сегодня моя задача правильно сформировать команду, представить всех этих людей. Понятно. До парламентских выборов. Ответ, поэтому парламентские выборы важнее. Не, они важнее не для меня. Они должны быть важнее для всех граждан страны, потому что это не за человека голосуешь, а за команду людей, которые будут представлять вас и на законодательном, и в законодательной власти, и в исполнительной. Какая все-таки сложилась коалиция в муниципальном совете в Бельце? Кто там власть, а кто оппозиция? И заодно какая ситуация в районном совете Фалешт? Да. Контроль за которым является вопросом престижа для двух уроженцев этой местности, Рената Усатого и Майи Санды. Значит, в Бельцах сегодня нет ни одной коалиции, к сожалению, и представители партии социалистов, и представители партии ПАС. Когда господин Петков как примар, я как председатель партии, выдвините по одному вице-примару, было предложение всем фракциям, Анатолий. Всем советникам невозможно, потому что есть советники, у которых нет фракции. Значит, социалисты начали искать по коридорам примарии действующих там начальников отдела или управлений. Потом они сказали, давайте мы Рената Усатого выдвигаем от партии социалистов вице-примара. ПАС сначала говорил нет, потом пришел. Причем, знаете, как пришел? Пришли к Петкову в кабинет и сказали, не назначите вот такую-то тетю, причем не разбираясь в ее способностях, тянет, не тянет, это тоже. Если вы не назначите вице-примаром ПАС по образованию данную тетю, мы не будем голосовать в коалиции. Вы даже не получите кредит с Минфина, который вы попросили, короткий кредит там, на 3 месяца или на полгода. Мы полностью отключим Бельцы от какого-либо финансирования. Это пришли официальные представители ПАС на встречу кабинет к примару Александру Петкову. Ну, это были наши советники. Торг в политике? Поэтому, нет, это не торг. Плохотнюк, Дадон, кто бы ни был с 2014 года, мне никто ни разу не сказал, слушай, ты если не сделаешь что-то, то-то, мы отключим то или отключим это. Да, Дадон тоже пытался как-то надавить на Кику, не помогать Бельцам. Кику говорил, Усатый примар, я с ним буду работать, за это я этого человека уважаю. Да? Значит, но то, что делают они сегодня, дальше. Перед тем, как создать в 7 районах коалицию с партией социалистов, о чем господин Гросу публично признался, Дадон и социалисты говорят, что у них не было коалиции, хотя они были. Они пришли к нам и говорят, если передать Усатому, я был тогда на форуме в Германии,
передайте Усатому, если он не обеспечит нам всем председателя районов, то Бельцы и другие города, где наши партии примары, будут иметь проблемы. Это еще раз, приходит делегация ПАС, не один человек в баре, а это все было в кабинете Бельского примара. Послушайте, они просто мерзавцы и проходимцы после этого. Про коалицию вот такой вопрос еще. Ходят слухи, что один немецкоязычный деятель в Молдове намекал разными путями нашей партии на возможность сотрудничества с партией Евгения Никифорчука на севере Молдовы. Правда это или дезинформация? Слушай, вот этот же деятель, это является тот, кем встречается с Дадоном на той конспиративной квартире. Этот же деятель работает над проектом этой партии, которая появилась. Этот же деятель создал блок из 4 партий, которые у нас уже есть, проевропейских сил. И этот же деятель создал сейчас блок еще из 3 других партий. Способный? Да. Ну, послушайте. А вам предлагал результат? А? Вам предлагал создать коалицию с партией Никифорчука? Послушайте, мне никто не может предложить ни немецкоговорящий, ни англоговорящий, ни русский. Как я могу идти с терпилами создавать какие-то коалиции? Можете мне сказать, Анатолий? И неважно, терпилы длинного действия, короткого или так далее. Понимаете? Плюс у меня есть проблемы. У меня рябит в глазах, когда появляется рыжий свет на горизонте. Поэтому оставьте меня с этими. Моя коалиция только с гражданами страны. А когда сегодня тот же ПАС, кстати, в Бельцах, поделились с социалистами комиссии, они говорят, а во всех там телеграммах запускают, что вот наша партия в Бельцах коалиции с Шором там и так далее. Как им не стыдно. Вот они борются с ПАС, везде у них свадьбы по районам, да? В Бельцах, если бы даже собрать всех шоровских, я имею в виду, и партию вот эту, которая прошла парламент, забыл, как называется, и другую партию, и кандидат, и взять советников нашей партии, большинство не получается. Даже если бы это кто-то сильно хотел. Короче. Вопрос Виктор Нестряну. Рената Усатый много рассказывал, как разошлись его пути с экс-мэром Григоришиным, ныне состоящим в партии «Перемен». А где и как произошел разлад с Ильяном Кашу, который ныне в партии «Куб»? А у нас не было никакого разлада. А как он? Послушайте, когда у нас есть разлад, я выхожу и публично предъявляю претензии, как это было с Григоришиным. Это был выбор Кашу. После того, как у него была длительная пауза в политике, там, 1,5 года или сколько, это был его выбор. Мы разговаривали на эту тему с ними и так далее. То есть у вас с ним нормальные отношения? Да, мы там переписываемся. Он в другой партии. Есть люди, которые в других партиях. Мне важно, знаете что? Что сегодня большая часть наших коллег, нашей партии, и те, кто прошли через уголовные преследования, они не продались в районах. Они не продались на национальном, они уехали на заработки. И неважно, в какую страну мира. Но они не продались. И я сегодня делаю все возможное и невозможное, потому что многие из них там попрали свое финансовое положение, готовы вернуться домой. Я очень ценю этим людям. Борис Гончар, вопрос. Недавно отмечали годовщину начала боевых действий в Приднестровье. Что это было? Война России против Молдовы или гражданская война? Кто виноват в том, что она была? Почему за эти годы Россия не удосужилась соблюсти территориальную целостность и не вывела свои войска? Анатолий, это была и гражданская война, и вооруженный конфликт, и война все вместе взятых. Раз. Два. Я являюсь единственным политиком, который с 2014 года, когда я начал ей заниматься, я говорю одну вещь. Да, был период, когда 14-ю армию можно было наблюдать за их присутствием и где-то смириться, с чем смирялись все власти. И смирилась, можно сказать, и сегодняшняя, да? Навсегда говорил, я хочу внеблоковый статус, я не хочу в Молдавии ни 14-ю армию, ни 18-ю, ни 23-ю, но я также не хочу, чем можно, никаких блоков НАТО и так далее, потому что сегодня мы постоянно будем точкой раздора, полигоном, где Восток с Западом будет что-то выяснять. Я не хочу никаких военных баз. У нашей, я хочу... Сильное государство. Военной базы. Да что вы говорите? Послушайте, проект военной базы в Маркулештах был согласован еще, по-моему, Воронин был президентом. И я видел эти разработки. Но о чем вы говорите? Военная база есть одна в Тирасполе. Анатолий, я не хочу военной базы. Ни в Тирасполе, ни в Маркулештах и так далее. Что был за съезд на прошлой неделе, который сделал такой переполох? А в конце концов получилось, что гора родила мышь. Кто организовал этот съезд и для чего? Кто организовал, мы с вами все видели. Зачем организовали, тоже всем понятно. Мне интересно другое. Сюда приехал
незадолго до начала съезда один очень высокопоставленный... Американский чиновник. Один американский чиновник. Где на ходу переделывали, перепечатывали текст обращения. И к народу, к нации, и к русским. Русские вообще были готовы с другим ответом и что-то не поняли. Как бы, подождите, а там что-то требование изменилось и так далее. Позвольте. Я бы очень хотел, чтобы Приднестровье не было местом для дестабилизации. Оно и не будет, вы знаете. Так, да, сегодня важно, чтобы русские там... Ну, Приднестровье больше слушается Вашингтона, чем Москву. Так получается? Слушайте, и в руководстве Приднестровской республики, как они себя называют, да? И вся бизнес-элита... Имеет счета на Западе. У них больше граждан Румынии и граждан Украины, чем в ПАС. Они все там, ну, типа пророссийские. Компании они открывают в Европе. Не только счета. Компании открывают в Европе. Поэтому, понимаете, Приднестровье... Давайте другое, что меня болит. Приднестровье использовалось практически всеми властями в течение 30 лет. Всех устраивало. Кого контрабанда карачков, кого спирт, кого сигарет. Да, днем все боролись за воссоединение двух берегов и так далее. А ночью считали. Причем во времена там Воронина, там Лучинского и так далее, там тяжело было считать, не было таких качественных кассовых машинок, которые так подбивают, складывают это все и так далее. В связи с этим я видел сегодня вопрос, а Владимир Тхорик, журналист, расследовал, задал вопрос, почему высказывает недоумение, почему так много говорят, но ни в отношении никого из приднестровских политиков не ввели санкции. Санкции ввели там против Игоря Чайки, против каких-то еще российских. Санкции ввели против людей из Калараша и против подростков, которые поставляли шорум лапшу доширак. Вот это тоже бредятина. Я согласен, санкции, когда наши буржуи уехали за рубеж, ограбили страну, и ты просишь у государств-партнеров ввести против них санкции, чтобы они не могли разграбленное или украденное на стране тратить за рубежом. Но вводить санкции против своих граждан, имея все рычаги для уголовного преследования, почти полностью прибитую там судебную систему и так далее, и вводить, это просто является полный бред. И господин Тхорик правильно говорит, так же, как эти кричали, когда они были Пилидиме, потом стали ПАСом, нынешняя власть, во главе с Майей Санду. Я помню в том числе, как она возмущалась. Когда лидеры Приднестровья, крупный бизнесмен, руководитель, летали через зал официальных делегаций, или зал Кишиневе. Сегодня они что, их перестали пускать? Они их тогда назвали сепаратистами, режим бандитес, криминал, хоцы, там, слуги Москвы и так далее. Сегодня, не знаю, по-моему, только им курить запретили. ВИП-зале, зале в цели, как и для всех. Ну, всем запретили курить. Ну, вроде бы не летают через ВИП-залы, ну ладно. Анатолий, Вы упомянули ЛДПМ, и я вспомнил, что видел только двух политиков с часами на правой руке, а я не заметил, что Рената Усатый тоже носит. Говорили, что Влад Филат подражает Путину, нося часы на правой руке. А Рената Усатый кому? Ренат Усатый всю жизнь подражал самому себе и будет подражать себе всю свою жизнь. Да, мне подсказывает, что время в эфире истекает. Я вас хотел спросить еще про суд с Андреем Спыну. И с Андреем нам... Очень важно. Во-первых, мы ничего не сказали. Уважаемые граждане страны, мы добились в прошлом году серьезной победы, то, что газ подешевел с 29 до 18 лет после разоблачения. Прошу вас, в среду, 13 марта, в 14 часов приходите на протест в суд-центр Кишинева. Анатолий, это протест для граждан. Еще раз говорю, я не просил компенсацию. Все для граждан. Все для Анатолий, граждан. Ну, вы улыбаетесь. Референдум вот для граждан. Захотят, протест придут. Да, Анатолий, вы понимаете, нам надо что обсудить. У нас есть проблема с судом Спыну. У нас есть проблема, что человек, который был генеральным прокурором, замом генерального до сегодняшнего утра, завтра, послезавтра будет арестован, потому что опять ПАС химичит с конкурсом на должность генерального прокурора. У нас проблема то, что из Александра Стайногла сделали витрину и пытались его превратить. Мы не успели обсудить реформу юстиции. Вот мы не успели, ну давайте обсудим. Я вам говорил, вы уходили. Анатолий, давайте завтра продолжим в 20:00. Переставьте только желтых звать сюда и все, что с ними связано. Давайте проведем три дня подряд.
программу, потом меня год... Чуть не сказал голубых. Буду приглашать в цвета вашей партии. У нас не голубые. Бело-голубые. У нас бело-синий цвет. Бело-синий. И плюс не надо нас приписывать ко всем вашим задним... Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Я обещаю, что еще обязательно буду приглашать. Через год? Обсуждать. Есть? Нет, не через год. Ну, у вас куча потерпевших ходит каждый месяц по 3 раза. Анатолий, давайте какую-то демократию. Уважаемые в вашей программе. Уважаемые телезрители, это была «Новая неделя» с участием Рената Усатова. В ближайшие недели мы будем встречаться 2 раза в неделю, так что до встречи в среду, по понедельникам и средам. Всего вам доброго, хорошего вечера.